За честность, справедливость и открытость руководители региональных отделений сразу двух партий подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Ульяновской области. Главная суть документа – подготовка общественных наблюдателей, которым предстоит работать на избирательных участках в сентябре. Партия «Новые люди» готова сотрудничать с общественниками не только в подготовке наблюдателей, но и обмениваться информацией. Все для того, чтобы выборы прошли легитимно. Мы, в первую очередь, конечно, заинтересованы как раз-таки в конституционных условиях. И если общественник, скажем так, выступает за то, чтобы частота выборов она, и легитимность выборов была на высшем уровне, то, конечно же, мы совместно с ними готовы одним фронтом, скажем так, выступать и вместе работать. Лидер местного отделения партии «Роста» Екатерина Толчина отметила, что они готовы не отправлять на выборы своих контролирующих лиц, полностью доверяя данным штаба общественных наблюдателей, которые работают на базе палаты. Это соглашение, безусловно, обязывает нас, как партию, работать честно, открыто с нашими избирателями, с нашими гражданами. И, соответственно, мы работаем и с общественной палатой для того, чтобы представлять общественную палату наиболее честную и правдивую информацию о тех проблемах и ситуациях, которые возникают в жизни наших граждан. Сотрудничать стороны будут также в организации деятельности по повышению правовой культуры избирателей и партийных активистов. Анна Тищенко, Артем Куранов, Улправда ТВ.